Запись. Сегодня первый день Пасхи, воскресенье. Володя вот открывает. И храм наш молится. Берут Евангелие красное. А тут подъехал Добунов Игорь. Ноги свесил. Приглашает носить. Идут на благовестие. Ну да. Вот, ну и все. Кого он там увидел? С кем-то разговаривает, похоже. Володя запирает. 8 апреля. Сегодня вот мы встали. Ночью у нас было богослужение. Разговелись, концерт дети поставили, ну и по домам разъехались. А мне уже утром рано надо ставить ролики. Вот он идет. Вот это на окне палец сидит. Ну еще. Ну, все взяли? Все взяли, да. Пошли? Да, все пошли. Аппарат-то взял? Нет. А что? Привезете новый материал. Посмотрим, как трудились, как успех был. Кроликова нет здесь, а то бы его взяли. Это точно. Нам такие нужны. Ну, давай. Помощники. Чтобы близко никто не подходил. У тебя с собой эта бумага-то для Яровой? Нет. А почему? А зачем она? Когда еще говорил, вот такими словами говорите, а потом запыхавшись прибегает, а что дальше делать-то? Там меня задержали и все, руки ломают. И... А я что должен сказать? Я говорил, всегда с собой берите. Настольный телефон. Ну вот, настольный телефон. А я и не слышу. Говори. Воистину воскресе! И вас также, Арефьевна. Всего хорошего. Вот, вот ночью-то была бы, видела, какой у нас был концерт после богослужения. Трапеза была. Что ты забыла нас? Ну-ну, а то-то... Ты же не чужая, Сережина мать, и при том крещение принимала у нас. Концерт детский был, у вас же не было этого. Да какой раз и сравнишь с нашим. А вы посмотрите, чтобы Сережа показал вам. С Богом, спаси Христос. Ага. Сергея Пупкова, мать Валентина Арефьевна, всегда поздравляет. Видишь, я вот не слышу. Ну, не слышу. Людям это неудобно, а мне разницы нет. Все, я ушел. Что, все? Все, да. Ну, давай, закрывай. Все, пошел.
Игорь Добунов что-то ворота подпер тут, калитку. Ну, он, Володя, пошел. Я его вижу отсюда. Вот взяли все. Будут раздавать Евангелие. И голосование спрашивали, если бы вас патриархом избрали, что бы делали? В первую очередь, прекратилась бы всякая стройка храмов-то. Все. А все силы бросить на Евангелие раздавать. И вот получилось так, как делает и по благословению патриарха Кирилла, по благословению. Ну, не знаю, благословения было, не было, так напечатано. Документы есть, нас никто не тронет. Зарегистрировано Крестовоздвиженское общество в городе Барнауле. Любому милиционеру, если нужно, показал, и все, нет. Папочку положено с печатями, с подписями. С обратной стороны регистрация краевого отдела юстиции. А пошли, опять не взяли. Виноват Путин будет опять. Нашли козла отпущения. Каждый отвечает сам за себя, и он за себя. О. Все, поехали. Благослови, Господи. Ждать буду теперь. Воюю с отражением в зеркале. Как он грозно нападает. Угрожает тому, который в зеркале. Утренняя гимнастика. Клеенку застелил, потому что купаются и газеты сразу размокают. На улице где бы я это увидал? А вот он просит у него воды. Сам не знает, как пить. Тот берет, прям заправляется полный бак и дает ему пить. Рот в рот. Ну, как самолеты до заправщики. Пошел глину есть с песком. Вот через брусок перелез. Машет крыльями. Просит. Оп. Тот полез, там скрыта чашка с песком. А этот остановился и ждет. Еще дальше будет. Малыш. Он спустился, поел, а тот перешел к нему поближе. Ну, плоховато видно. И склонился, а тот ему клювом расчесывает на головке. Перышки там, это волосики такие, желтые еще перышки. Детские.
Если за клюв поймают, значит, ему часть съеденной пшеницы уже подмоченной даст уже. Вот плохо видно, но он под ним лежит, наклонился. Дальше никак нельзя. Ближе подойти нельзя. Вот она где, она бьется к гнезду. Неспокойно как. Ей надо залететь. Ну чего ты так бьешься-то? Подожди маленько. Вот так, сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. Вот они, яички у ней лежат. Сейчас она залетит туда. Вот она рядом. О. Ну ладно, 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 иди, иди. Иди на свое гнездо, ступай. Боится, чтобы не застудить. Рядом, на расстоянии 20 сантиметров снимаю. Скорее садится. О, хотя фонариком подсвечиваю. Все. Теперь, чтобы он не залетел, надо, чтобы он здесь поел и покормил свое чадо. Я тут решетку закрываю. Ну и отхожу. А она нет, она среди дня, может быть, будет есть. Этот что-то тут колупается. Ну и этот отец его рядом. Надо ждать сейчас, когда он поить его будет.